Всем огромный привет! Сегодня готовлю конфеты из творога. Все здесь удивительно просто, быстро и в итоге вкусно, да и потребуется вам по сути всего два ингредиента, смотрите сами. Для приготовления потребуются вафли, любые, на ваш вкус, сливочные или шоколадные, я сегодня делаю из шоколадных. Кладем вафли в блендер 150 грамм. Измельчим до однородности. Теперь добавляем сюда же в блендер 200 грамм творога. И пробиваем все вместе до однородности. Можно творог пробить блендером отдельно, а потом смешать все вместе. Если творог сильно сухой, то можно добавить пару столовых ложек сгущенного молока. Мне сегодня не потребовалось. Кладем получившуюся массу в миску. Масса получается довольно пластичная. Берем немного массы и катаем шарики руками. Размер шариков на ваше усмотрение. Натрем шоколад на крупной терке. Обваливаем получившиеся конфеты в шоколадной стружке или можно обвалять в какао-порошке с добавлением сахара или кокосовой стружки или дробленом орехе, на ваше усмотрение. Теперь конфеты убираем в холодильник охладиться хотя бы на часик. За это время конфеты окрепнут и станут упругими. Можно подавать к чаю, просто, доступно, быстро и очень вкусно. На вкус конфеты получаются не приторно сладкие. У меня сегодня, как вы заметили, необычная посуда для сервировки. Эти милые зайчики меня просто покорили. Кстати, они изготовлены вручную из фарфора. А делают их ребята, влюбленные в свое дело, мастерская находится в Ростове-на-Дону. Но они осуществляют доставку по всей России. И сейчас у них скидка на все изделия 26%. Ссылку я оставлю в описании под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!